Дорогие мои подписчики, я сегодня быстренько хотела готовить борщ. Сейчас сначала обжариваем лук. Одну среднюю в лук. И продолжаем обжаривать все остальные ингредиенты. Томатная паста. Один. Два. Чайная ложка. Третья. Четыре чайные ложки томатной пасты. Все это. Мешаем. Сюда отправляем красный сладкий перец молотый, 2 столовые, 2 чайные ложки и все это смешиваем. Прямо быстренько смешиваем. После этого капуста, свекла и морковь заранее готовили. Все это идет вместе с луком, томатную пасту обжариваем. Все это обжариваем, тушим, вернее. А вот это у нас картошка. Вот. Так. Картошка отправляем в кастрюлю. Тут 2 свежие картошки. Чистим заранее тоже. Промываем сначала, чтобы весь осло ушло. Вот. Мы сегодня будем готовить борщ без мяса. Нам все не хочет кушать. Когда мясо, да. Вот, попробуем вот так готовить. Это очень быстро получается, очень вкусно. Попробуйте тоже. Вот. Вот это все. Сюда отправляем, вставляем вот так, лепки сделаем и запихаем туда. Угу. Минут 15, он как начинает докипеть, начинаем острый перец, снимаем оттуда, чтобы сильно острый не было. Так. Сюда добавляем сразу, вливаем водички. Кипяток.
Так, варили. Теперь добавляем сейчас соль. Это морской соль, поэтому будем добавлять много. У нас слабый. Вот. Все это перемещаем. Вот так. В середину добавим лавровый лист, и все, и борщ будет готов. И в конце уже добавляем петрушку еще. Добавляем в конце, чтобы вкус, витамины не исчезли, поэтому мы добавляем в конце. А лавровый лист тоже добавляем в середину, чтобы горки сильно не было. Вот. Вот видите, уже такой цвет приятно. Вот. Минут 20 уже будет готово. Вот петрушка уже готова. Лавровый лист тоже. Промылим и ждем, пока будет готово. Борщ и все это сейчас мелкие будем резать. Петрушка уже мелко порезали. И сейчас отправляем борщ. И сюда сразу отправляем лавровый лист. И сюда отправляем один зубчик чеснока. Прямо в середину. Вот. Накрываем. Через 5 минут уже готово. Вот, борщ уже готов. Сюда добавили мы сметану.